Строительство автодорог в стране обязательно должны контролировать активисты. Как это узаконить на бумаге, решали эксперты за круглым столом в Общественной палате России. Дело в том, что сейчас городские и региональные власти приглашают наблюдателей лишь по своему желанию. Такой подход нужно менять. Постоянная проверка общественниками сделает нацпроект «Безопасные и качественные дороги» более эффективным, уверены эксперты. Причем привлекать местных жителей нужно еще на этапе планирования. Соответствующий документ разрабатывают специалисты Минтранса, Росавтодора, Федерального дорожного агентства, некоммерческих организаций и Общественного народного фронта. Без этого никак нельзя, потому что как только снижается общественный контроль, так начинается брак, начинаются появляться и коррупционные моменты. Поэтому вот те люди, которые занимаются общественной организацией, или общественники, значит, активисты ОНФ, общественные палаты региональные, вот это действительно люди, которые помогают. Была интересная мысль о том, что в некоторых регионах прям проводят курсы обучающие для общественников, как проверять качество строительства дорог. Я думаю, что нужно вот эти вот хорошие практики собирать и тиражировать по всей стране. И как раз у нас в Общественной палате есть форум сообщества, который проходит в разных округах. Я думаю, что как раз на площадках этого форума мы можем попробовать тиражировать вот эти вот хорошие практики обучения.